Как сохранить ясность ума? Если вы человек уже зрелый и, так сказать, ум теряет ясность по причине того, что уже слишком много прожито и все перепробовано, и вообще начинается маразм, то надо, конечно, давать себе новые вызовы ставить перед собой, новые задачи перед собой ставить, такого умственно-нагрузочного типа. Это изучение иностранных языков. Ну вот, там 65+, понимаете, самое время, поверьте. Вы ничего не запомните, это ни к чему не приведет, но вы будете сохранять ясность ума. Если вы начнете изучать новый язык, пойдете, начнете изучать программирование, я не знаю, писать промпты там и так далее. Обязательно другая новая деятельность какая-то для увядающего мозга. Значит, если вы молодой человек, и у вас постоянно вас захлестывают какие-то эмоции и прочее все безобразие, вот, и вы хотите сохранить ясность ума, нужно себя дисциплинировать. Вот дисциплина – это лучшее, что помогает сохранять ясность ума. Это дисциплина времени, это дисциплина выполнения задач, доведения всего до результата, получения качественного результата. Дисциплина делает молодой мозг ясным. Других путей нет.